Обзор по паре фунт-доллар, часовой график. Данная валютная пара стала одной из немногих, где было зарегистрировано укрепление американского доллара в результате вчерашней публикации роста ВВП за третий квартал, а также роста заказов на товары длительного пользования. Данное укрепление привело к пробитию как уровня поддержки, так и преодоления предыдущего локального минимума. И уже по результатам вчерашней американской сессии и сегодняшней азиатской котировки продолжает находиться ниже данного уровня. Пробитие данного уровня привело к также выходу из диапазона, в рамках которого находились котировки за последние 5 торговых сессий. Следует также отметить тот факт, что на 4-часовом графике отчетливо заметна конвергенция цен и индикатора MACD, что свидетельствует о ослаблении нисходящей тенденции и как возможный результат входа котировок в ближайшее время в коррекционное движение после падения рынка за прошедшую торговую неделю. Ввиду того, что сегодняшняя торговая сессия будет неликвидной и также, принимая во внимание ранее закрытие лондонских, европейских торгов в связи с каноном Рождества, движение котировок в сегодняшнюю сессию с большой долей вероятности будет проходить в узком торговом диапазоне чуть ниже данного уровня сопротивления 1.2312. Продолжение торгов как в начале следующей недели велика вероятность коррекционного движения, которое достигнет как минимум 38% после падения за прошедшие 5-6 торговых сессий. Сегодня на данный рынок могут повлиять данные о росте ВВП Великобритании за третий квартал и в годовом исчислении. Ожидаемые данные совпадают с предыдущими и составляют 0,5% и 2,3% соответственно.